Лучший пивовар России живет в Самаре. Работник отрасли Евгений Бран стал победителем чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы». Участники соревнования должны были показать свои теоретические и практические навыки в определении дефектов пива, узнать напиток по стилю, визуально понять, из какого он сварен сырья, и определить степень растворения солода. По результатам испытаний Евгений занял первое место. Пока я вижу для себя стили пива. Да, их очень много, огромное разнообразие. И вот правильно выделить, правильно понять, где какие ингредиенты, это действительно непросто. Чтобы побороться, собрать сообщество пивоваров со всей России, пообщаться, какие-то новые стратегии выделить, новый опыт приобрести. На втором месте оказался также житель Самары Егор Худанов. Участникам пришлось выдержать серьезную конкуренцию. Побороться за победу в чемпионате съехали специалисты по пенному напитку из 20 городов – Москвы, Новосибирска, Астрахани, Кирова, Тверской, Ульяновской и Челябинской областей. В Самарской области в компаниях, производящих пенные напитки, трудится почти 2000 человек. Пивоварение – отрасль, которая дает рабочие места не только в сфере пищевой промышленности, но и в сельском хозяйстве, торговле, логистике. Отрасли нужны высококвалифицированные инженеры, способные создать конкурентную среду на мировом рынке. Но на конкурсе молодых профессионалов WorldSkills за звание лучшего пивовара боролись впервые. Конкурс «Лучший пивовар» проводится вообще впервые в России. И мы в прошлом году вышли с инициативы, потому что мы увидели необходимость и потребность в специалистах этой отрасли и потребность работодателей, высококвалифицированных специалистов. Поэтому мы вышли с этой инициативы, и Министерство труда Российской Федерации нас в этом поддержало. Развитие конкурса «Лучший по профессии» – одна из задач федерального проекта «Молодые профессионалы», часть нацпроекта образования, инициированного президентом России Владимиром Путиным. В стране он проводится с 2012 года. 63-й регион – активный участник проекта. Федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» Самарская область принимает во второй раз. В этом году в нем приняли участие почти 3000 человек. За победу в номинации «Лучший пивовар» боролись 27 победителей региональных этапов. Очень важное мероприятие конкурса «Лучший по профессии». Как я уже говорила, с 2012 года у нас начался и проходит этот конкурс. Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий, на обеспечение общения, обмена опытом участников конкурса. Призеры конкурса получили дипломы и памятные подарки, а победители – денежное вознаграждение. Премия за первое место – 300 тысяч рублей. Виктория Шаре, «События».